Я, тебе нравится Эва Эльф? Нет, я категорически против того, чтобы вообще подобные... Вот, блядь, если кто-то действительно в Лиге безопасного интернета думает о том, чтобы дети там действительно не занимались хуйней, таких персонажей, как Эва и Эльфи, нужно максимально убирать из информационного поля. По хуя она ездит, блядь, по киберспортивным соревнованиям, которые смотрят дети. Посмотрит какая-нибудь девочка и подумает, бля, продавать пизду на камеру — это то, что нужно. Она теперь такая знаменитая, популярная, живет в Америке, ездит на соревнования, ее, блядь, там Омский авангард приглашает на арену использовать для своей рекламы. Я все же за традиционные ценности хотя бы в этом разрезе. То есть мне неприятно ее видеть, и все тут. Просто вызывает омерзение и брезгливость. Но при этом, конечно же, там, просмотры порнухи не такой унылый, как с ее участием. Это даже порнухой назвать невозможно. На такое реально... вот знаете, люди с высоким IQ, мне кажется, они и дрочат на что-то такое, типа, не знаю, там, как Манна Девиль какая-нибудь пьет сливки и блюет на хуи, пролапсируя при этом. Вот это делают умные люди, а какие-нибудь дураки, у которых вот запрос максимально ширпотребный, там, посмотреть, как какую-то бабу прут, они вот идут, смотрят на это порно, которое, блядь, скучнее, чем мой секс, нахуй, я серьезно, абсолютно. Даже я ебусь более задорно, чем вот эта вот порнуха. Поэтому и с точки зрения так называемого контента я невысокого мнения, и с точки зрения того, что, блядь, это используется чуть ли, ну, не как какое-то лицо, причем весьма так ну, рассчитанных на подростков, ивентов и прочего, ну, это вообще пиздец, я считаю. И так стыдно за то, что, блядь, 95% каких-то мочеглоток, снимающихся в двойном анале, это русские. Блядь, каждая вторая жопу сосет у Гудмана русская. Ну сколько можно-то уже? Может быть, в этом направлении подумаем? Причем это реально, они все с 18 лет начинают, это прям дети бывшие. Но что-то об этом никто не думает, в отличие от, там, я не знаю, Твича, который надо срочно запретить. Или еще что-нибудь. Сидите, осуждаете Еву Эльфи. Только если вы вообще знаете, кто она, значит, 90% случаев теребонькали свой огурчик. Значит, свою функцию она выполняет исправно. Ты это ёбарь её, что ли, пришел или что? Я не понимаю. Типа, блядь, если я знаю, кто такой, блядь, Путин, я что, политолог, что ли, теперь, или что? Типа, чувак, ну ты какую-то вообще полную ерунду высрал. Я даже не знаю, как это комментировать, блядь. Ну вот я, например, ни разу не теребонькал на его эльфе. Да, я знаю, кто это такая, потому что она в каждой бочке затычка, блядь. Понимаете, есть вот такой момент, когда потрахаться лучше, чем пофапать, это значит, что, ну, типа, эта порнуха вообще никуда не годится. Уж лучше потрахаться самому, чем фапать. Большинство порнухи, наоборот, работает. То есть, ну, конечно, у каждого может быть свое мнение, ребят. Я никому не навязываю. Кому нравится, ваше право. Но я бы хотел, чтобы такие вещи оставались в интимном поле. То есть, ну да, есть такая. Но мы как бы осуждаем. Первый секс вообще у женщины должен быть с мужем, и, естественно, не на видеокамеру. Понимаете? То есть, и чтобы детей побольше. Вот это здоровая семья.